возникает вполне такой себе хорошенький вопрос, где делать этот гребаный кинжал, потому что пусть по карте, это другое задание, то есть мне надо отыскать дом Альбита на карте, это другое, и прыгнуть в кабинете Марли, хорошо, но в кабинете мне надо вот эту херотень, типа вставляется, это вот эта хрень откроется, видимо тут какой-то проход скрытый. А где делать кинжал? Или может мне найти его надо? Может быть мне надо взять и просто пойти в на Бейкер-стрит? Хотя вряд ли, потому что мне тогда придется сюда еще ночью возвращаться, опять проникать, ну то есть это как бы сложно. Вот и что-то можно сделать. Пиздец для распавки металла. Вот, вот тут оно все и делается, короче. Я же говорил. Только где начинать-то? Где начать-то надо? Так, на это похер. Мне туда уже не надо, я уже дверь это открыл. Мне надо найти, ну, по идее, сначала мне надо найти металл. То есть, из чего я буду делать, собственно, кинжал. Это должно быть, ну, железо. Так, а это что? Это выход, наверное, да, это просто выход, то есть ничего такого. А вот в этом ящике случайно нельзя взять, допустим, сейчас расплавить какой-нибудь, там часы же были какие-то, да? Допустим, расплавить эти часы. Я просто, ну, не понимаю немного сейчас. Мне надо железо. Тут что-нибудь есть? Нет? Может, просто что-нибудь, что я не осмотрел здесь? Главная проблема сейчас в том, что я не понимаю... Где это делать? То есть я понял, что надо там расплавить металл. Это я нашел, да? Печь для расплавки металла. Но! Твою мать! Мне же не просто его расплавить надо. Печь для расплавки металла. Отлично. Где сам металл? Ты тут как ящик открыть, нет? Не понимаю. Вообще, подождите. Вообще, на самом деле, я что-то сейчас подумал. По-моему, у него же должны быть ящики, да? Вот я так не нашел эти два ящика, которые... А, ну, наверное, он там... Они там внутри где-то. Может, с Ватсоном поговорить? Я не понимаю просто. Ну-ка, я могу на Бейкер-стрит? Вот, сначала нужно закончить здесь. Поэтому это все делается здесь, я говорил. Но ничего не появляется, никакие значки, ничего. Это просто печка. С этими, по-моему, вообще уже нельзя ничего делать, да? С этими рычагами. Ага, я уже все сделал. Печь для расплавки металла. Вот какие-то слитки валяются. Можешь взять один, нет, не хочешь? Не хочет. Не понимаю. Мне это начинает это раздражать немного, я не понимаю, что надо делать. Наверх залезть тоже не дают. Возникает вопрос, что делать? Вот это что сейчас было? Мне сейчас показалось? Показалось. Сюда встать надо? Сюда встать можно, но мне это ничего не дает, опять-таки. Не, ну блин, все равно эти значки, типа, которые можно, ну... Где можно какую-то заметку сделать. В любом случае они появляются сразу же. Их видно издалека. То есть если я сейчас вот так вот подойду. Вот она, видите, уже открыта. Там дверь просто. Я реально сейчас не понимаю. Такое ощущение, что что-то в кабинете не досмотрел у него. Вот, вот прям и такой бред. Что-то баг какой-то мне что-то не показывается. А если я сюда встану? Мне как будто не из чего делать, да? То есть... Ну... Стоп. Серьезно? У меня задания это не было? То есть... Именно вы... Твою мать.
Видимо, сохранение очень хорошо. Ну и чё, если я теперь подойду? Да, то теперь можно все делать. Охереть просто. Так, и... Надо какие-то кнопки нажимать. Ой, серьезно? Там правой надо бить еще. Ну. Удивительно. Ну, блин, он готов, чё. Ну окей, видимо, на этот вообще прям, я не знаю, ну ладно. Допустим. Тут какой-то про... Да, а, и тут секретный, кстати, какая-то комнатка. Наверняка я сейчас найду тут два эти ящика. Если я сейчас найду там куски от статуи, то это будет очень забавно. В смысле, еще одна? Может, она не еще одна? А, или там типа новая? Она реально работает. Он работает. Это робот? В смысле, это робот? Серьезно? Короче, он, походу, сделал... Да, и, кстати говоря, надо найти детали. Там, помните, мы глобус нашли, там не было двух частей. Вот, походу, надо найти эти части будет. Да, конечно. Это робот, то есть вполне себе он... То есть вполне себе? Вполне себе. Где это? Нету, да, здесь? Короче, вполне себе теория о том, что робот реально... Ну, то есть, что сама статуя кого-то убила, это может быть... Может существовать. Надо вскрыть. Давай вскроем. Может, вскроем? Ты не можешь вскрыть, да? Так, что? Она двигается. Кстати, автоматический механизм, соединив все его части через три уровня высоты. В смысле? Не, она маленькая. Побольше возьму сначала. Очень странно, тут пропорции так непонятно вообще складываются. Так. Ну вот это, наверное, куда-то вот сюда. Да. Большое еще одно вот сюда. И большую вот сюда. Нет, да? А маленькая... А это какая... Не знаю пока зачем оно. Ладно. Так, ну у меня, смотрите, у меня еще вот это не работает. То есть, грубо говоря, мне надо... Не знаю, конечно, какая из них больше. Тут не дотягивается. Или она не должна. Что эти штуки делают, я не понимаю. Если я сейчас положу... И. Зачем это? А, можно вот так вот сделать. Повторюсь, зачем это? Типа две положить, еще на нее эту. Теперь они соприкасаются. Ну блин, у меня эти не соприкасаются. Так, предлагаю, наверное, надо заново начать, потому что, ну, как бы непонятно, да? Ну, единственное начало, которое, в принципе, может быть, наверное, это вот одна из вот этих. То есть, по-любому, да, должна быть вот эта. Она единственная здесь подходит. Сюда вот большую не надо. То есть, сюда, наверное, даже вот... Ну, вот это будет маленькой. Да, это будет маленькой. Ну, если поднять... Ну, блин, ну, она еще и как будто тоже подходит фактически, да? Например, можно положить сюда большую... А сюда большая вообще не помещается. Она, в принципе, не помещается. Большую сюда. Но она вот до... А ее, наверное, можно тоже положить на подъем. Попробую две, допустим, положить сейчас. Сомневаюсь, что, конечно, нужно две именно, но...
Ну теперь, теперь они как бы на разных уровнях, да? Ну да, теперь они как бы на разных уровнях, хорошо. А если я, вот, допустим... А, ну теперь они и вот это не крутятся, отлично просто. А смысл тогда их поднимать-то? А, нет. Сейчас пришла мысль в голову, потом сразу же отпала, короче. Я подумал, что можно, знаете, как сделать? Лол, я понял, как можно сделать. Короче, чтобы крутилось вот это, можно сделать... Да? Но, я не понимаю, можно поставить наверх и на нее, допустим, вот так вот, да? Но нет, на самом деле это делается немного попроще. Во! А вот как вот эту теперь мне, чтобы она еще и двигалась... Это двигаться будет только вот так вот. То есть эти две большие, три большие, они нужны, чтобы двигались вот эти верхние. Бредово, конечно. А, она больше и не ставится. То есть у меня остается еще одна, да, работать в любом случае, то есть... вот этого. Это будет долго, мне кажется. А это что? А, тут еще какая-то... А, смотрите, я вот этого не видел. А куда ее ставить? Для чего она нужна? А для чего эта хрень? Так, сейчас все сниму еще раз, посмотрим. Для чего вот это? Она никуда не крепится. Она, наверное, нужна, чтобы их всех это... Хотя... Да нет. Это только так, это только так. То есть, в любом случае, ну вот сюда... Начало вот это, она по-любому одна стоит. Большую вот сюда, например, наклеить нельзя. Сюда тоже. Получается... А может, сюда можно и вот эту... Она не дотягивается, типа. А во! Во! Их можно... Я понял. Все, я понял, как это делать. Короче, это очень просто, на самом деле. Кладем сюда вот эту. Кладем вот это. Еще одну большую. Теперь вот эту. Теперь на нее кладем подъем. Вот эту на нее. Вот эту сюда. Вот это на нее. И... The chain doesn't fit here. В смысле, doesn't fit here? The chain doesn't fit here. Нажмем тогда не на вторую, а на первую. The chain doesn't... мне, короче... тогда мне... Хорошо, поступим поумней. Ну, это только с маленькими работает, короче. Хорошо, тогда я просто подниму вот эту... Вот так она не будет. Крутиться-то она будет, но она не на одном уровне в любом случае. То есть мне надо, чтобы уровень был именно одинаковый. А мне, чтобы вот это крутилось, обязательно нужно подъем. Может, она и без него будет? Нет, без него она не будет. То есть одна по-любому уходит вот сюда. Там можно... Но так, наверное, крутиться не будет, да? Типа вот эту поднять. Да, так крутиться не будет. Блин, это интересно все равно. То есть это по-любому сюда идет. Хорошо. А нельзя, чтобы вот эту и вот эту, например. Тогда можно, например, подъем вот эту. Одну сюда.
Блин, ну это считается как второй уровень. Мне-то три надо. Я могу третью на нее насадить? Могу, все, отлично. У-у-у! Да, она в состоянии кидать копье. Там даже звук завис из-за этого. По-моему, я знаю, кто это сделал. Ты посмотри, что здесь, обломки. Металлический предмет. Ключ. Ключ к сейфу, гениально. It's closed. И что у нас тут? Ой-ой-ой, какая-то записочка, записная книжка. Я знаю, я избранный, Тикун Уман хочет использовать меня в своих целях. Боже, защити меня, я не хочу умирать. Ну ты как бы придурочный, твою мать, Тикун Умана не существует. Там Готенао, да, там Готенао. И какая-то херь, по-моему, отрезанная, да, была? Я нашел, находил, по-моему, похожую, которая тоже была кусок отрезан. Да. У Чарльза я видел еще одну. Там была такая же. Навалим отсюда, короче. Я находил ее уже. И найти применение металлический фрагмент с частью карты. Кстати говоря, это для этого, для глобуса. Так, давайте куда? На Бейкер-стрит, наверное, потому что мне надо, во-первых, переодеться, а во-вторых, мне надо немного сейчас подумать. Так. Работа Марли. Марли создает автоматоны. Он создал статую Тикуна Умана. Сейчас Бернард знает, что члены Флиси не смогли войти в храм. Бернард Марли верит в проклятие и то, что Тикуна Умана хочет использовать в своих целях. Вот так вот, да, должно сойтись, я не на то нажал. Автоматон. Статуя Тикуна Умана в клубе была автоматоном. Возможно, невозможно стать автоматон с настолько точным двигательным механизмом. Возможно. Типа, ну, мы видели. Но, может быть, там что-то еще. Так. Ну, вряд ли, да. Так, не вошли. Календарь Майя вот тут тоже еще есть, да? Избранный. Бернард Марли искренне верит, что избран для исполнения проклятия. Бернард Марли боится проклятия и старается защититься от него. Он не может быть избранным. Но если я нажму, например, избранный, то мне кажется, уже можно будет сделать вывод, что нет. Он боится проклятия. А, и тогда это не автоматон. Отлично. Но я просто в том плане, что мы же находили там, как бы все закончилось. Сейчас я открою, не открою, следующим утром. Сейчас покажу. Короче, у нас же есть записка, где... Вот, я знаю, ну, как бы я знаю. Ну вот, боже, защити меня, я не хочу умирать. Используй меня свои... Ну блин, он верит в том, что он избранный. Он в это верит. Но он боится. Вот это бред. То есть, вот эта херь, где идет выбор, страх или избранный... Он верит, что он избран для исполнения проклятия, но он его боится. Чё за бред? Но тогда это автоматон, они не могут противоречить друг другу. Но с другой стороны, я, наверное, понял в плане, каким точно механизм, статуя, да, она не может убегать, хорошо. Если она не может убегать, ну, типа, сложно создать, чтобы она убегала. Мне кажется, наоборот, сложно рассчитать так, чтобы она кидала копье и... Чтобы попасть в человека, который будет стоять хер знает где. Вот это. Но, блин, я не понимаю, почему они противоречат друг другу, это мне непонятно. Где мой любимый? Вот он. Так, надо, короче, на карте найти дом Альбейта. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. We know that Albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco.
Let's find a place in London where all four elements are close together. А я знаю, что есть что? Типа... А, понял. Вот здесь. Now we need to find a street name ending in OOK. Ук стрит. А можно мне подписать улицу-то, нет? Ук стрит. Я нихер... Вот, Брук стрит. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Лол, это было очень легко. Так, дом Альбейта. Пока что херь с этой самой, со статуей мне не ясна. Я не знаю, мне кажется, что это мог быть как бы, типа, для исполнения проклятия он использует меня. Записка-то есть, да? Возможно, он и сделал, но я не знаю, но статуя-то убегала. Если я не найду других, ну, как бы, других каких-то доказательств или каких-то улик, то, возможно, я эту версию приму. Это вряд ли был Чарльз, в любом случае. Help! В смысле? Do you hear that? Quick, we have to open this door. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Топор. Что там происходит? Его там убить хотят, что ли? Прикинь, там сейчас статуя такая будет. Шерлок, ломай, а. Давай. Уже можно, по-моему, ногой просто пробить его. Вау. Это что было сейчас такое? Вау. I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. I need something sharp to cut those ropes. Так, что-то острое. Я могу перебежать туда? I need something sharp to cut those ropes. Я не могу перебежать туда, я вас спрашиваю, вопрос. Хватай. И все, и уходим. This table could serve as cover. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. В смысле, прикройте, что он может сделать? Стрелять? Может, в стол выстрелить, не? А где он? Я не знаю, зачем я это делаю еще. А, я двигаю стол. Давай, 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 давай. Давай. Куда вообще попадает еще? Неплохо. Идем, идем, идем. Так, это у нас кто? Кто это у нас тот такой? Кто это делает? Это Альбит? Не удивлюсь. Может, он думает, что это за ним пришел какой-нибудь такой Нуман там? Выполнять проклятие? Watson, come here. He's behind the screen. Это что такое? Что это было? Back against the wall. Узнать больше о Байбле, что это было? И выполнил это как эффект, да? Эффект исчезновения.
что это было? Знаете, больше об Альберте. Ну, это было сейчас очень странно, вот это вот его действие, на самом деле. А как куда он залез-то? Туда, что ли? Это не окно. Тут, там, туда пролезть-то можно вообще? Что? Может, оно высоко, мне так кажется? Ну, блин, тут очень много каких-то таких антикварных вещей. Гроб какой-то. Альбиет. То есть это был не Альбиет. It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albiet, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. There's a locked door on the first floor. May I have the key for it? All right, but there's nothing interesting inside. Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. An evil presence? Never mind. It's probably the fever. Это жар. Проклятие. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. В смысле двойных? I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias's murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. Tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago. It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how. I only have flashes of memory. But by some miracle, I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time. But at last, I managed to return to London. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career. And my very life as I had known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Not for long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekun and man's revenge. You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes, and quite aptly I read that he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport. Seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekunu man? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. Почему вы все так прям вот они верят в проклятие Тэкуну Мана? Это вообще. Че здесь? Быстро. А, он тут спит. Так, ящик. Письма. Бразилия, Сан-Паулу, я, Клаудио, Жуан Инасио де Сильва, даю все права и свободу Альберту Дайку и Боудамбо с этого дня впредь для него и потомков. Какие права? Любимый, я понимаю твои страдания, но, пожалуйста, поверь, что мое решение признано защитить тебя. Как я могу вернуться в большой мир? Если кто-то узнает о чудовищном позоре провалившейся экспедиции и моего рабства, имя нашего сына будет обесчещено навеки. Будет лучше, если память обо мне останется в храме Тэкуну Мана. Я приеду, чтобы видеть тебя в последний раз. Я хочу умереть один с моей бесценной коллекцией, делом всей моей жизни и в археологии. Один мой друг управляющий поможет ее продать. Ты получишь все деньги, пожалуйста, не огорчайся, моя смерть будет облегчением. Я сделал распоряжение по поводу моих похорон. Прощайте, мои дорогие. Надеюсь, вы сможете меня простить и, наконец, начать счастливую жизнь. Это мое единственное желание. И что это? Фотка, да. Albiet's wife and son, I presume. Ну, ничего такого полезного, в принципе, оставлю здесь. Вот письмо, письма, я так и не понял, о чем первое, о каких правах идет речь. Возможно, о всех. Что тут? Трещина в стене. Отпечаток руки.
Можно сдвинуть. Это мини-версия храма. This model was created after the expedition to Guatemala. Пиксель-хантинг. В чистом виде. This model forms a part of another, larger model. Частью... Я знаю, какой. Мне кажется. Большая модель, знаете где? В плавильне. Очень большая. Так, хорошо, здесь вроде все. Тут осматривать так-то нечего. There's a little bed in a small room. It's been used. Well, it is for my son Gulliver. After my official death, my wife and he left for Glasgow. Upon my return, I installed this room. So they know about you? My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is a life of a crippled father? They will lose me again. Mr. Albeit, what is this? Well, it's impossible. How did you find it? Answer me. 17 years ago, I built a model of Tekkenu Man's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then, when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the temple? Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. I was too weak. I was unable to solve the mystery of its entrance. I failed there. I always wanted to understand why. So upon my return... You rebuilt this final part according to your visions and... Nothing. But I'm dying and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. На самом деле, мне надо, я знаю куда, нам надо в клуб. И сейчас еще здесь посидеть. Короче, смотрите. Сойдет, да, сойдет. Потому что они мне говорили, что они не вошли в храм. Показания сэра Чарльза Бернарда морали не совпадают с показаниями Альбита, однако никто из них не хочет говорить о храме. Вот о чем вот, да. Дальше смотрим. Модель Альби. Так, побег через окно. Нападавший в доме Альбита сумел выбраться через окошко в крыше. Сын. Есть маленькая кровать, вот, да. Это может быть его сын. Малый рост. Кто-то малорост, возможно, сын Альбита мог пробраться через прием в крыше, да, потому что крыша там очень... Там окно в крыше, оно очень маленькое, прям вообще маленькое-маленькое. Так, значит, подготовленным опытным бойцом день Альбита. Альбит построил пирамид Такуну Мона, руководствуясь своими видениями. Сумел только частично. С видениями должны совпадать. Модель храма. Модель храма Такуну Мана можно закончить. Можно. Надо вот еще в плавиль... А, я, наверное, не смогу. Видение Альбита. Альбит построил пирамиду... Кстати, вот. Захарий Грейсток был убит копьем, брошенным очень точно и сильно. Нападающий в доме Альбита. Нападающий из дома Альбита был подготовлен... Подготовленным опытным бойцом. Фактически он мог тоже это сделать. Атаки. Нападения на Захария Альбита были осуществлены кем-то умелым. Вполне возможно, что одним... Ух, елки-палки. Так, подождите. Значит, болезнь Альбита. Жизнь Альбита была разрушена после клубной экспедиции в храм Кичемая. Альбит настаивает, что вместе с коллегами вошел в храм, но финальное строение пирамиды они не смогли зайти. Альбит построил пирамиду Такуну Ману руководствуясь видениями, но я не знаю, это может быть как-то связано. Да. Так. Ложь Альбита. Альбит не мог сделать модель финальной пирамиды, только если он сумел побывать внутри нее. Альбиту было не обязательно заходить в пирамиду, чтобы сделать модель, он мог использовать воображение.
А хера узнает. Просто то, что вот внутри, если она тщательно проделана, то, возможно, это и ложь Альбита на самом деле. Мне что-то стрём. Тут только болезнь, да, остается. Что здесь? Отыскать правду о храме. Используйте модели из клуба, чтобы выяснить, почему члены экспедиции боятся говорить о том, что произошло в храме Такунаумана. Можно. Что здесь? Сила. Человек, убивший Захария, был весьма силен физически, чтобы сделать мощный точный бросок. Да. А тут что? Сын невиновен. Маленькому ребенку не хватило бы физической силы или хитрости, чтобы стать убийцей. Альбит же лжет о сыне, кровать принадлежит кому-то другому, малорослому, кто может быть убийцей. Ну, блин, ребенок. Ну, ребенок не может быть такой сильный, извините. Все равно не состыковывается нихера. Вот все равно мне чего-то не хватает. Я хочу посмотреть на глобус еще раз. И поговорить, возможно, с Чарльзом. Могу я с ним поговорить, нет? Да все, я понял тебя, все. Проблема, да. Репутация, его что, репутация волнует. Так, мне нужен глобус, срочно. Глобус. Месть Гватемала, да. Что это было сейчас? Я вот не знаю, касательно пирамиды, возможно, вот у меня единственное на самом деле сейчас такое мнение, что в смысле, где я? Отлично, я что, внутри что ли там? Мне надо сейчас просто узнать на самом деле одну вещь. Совпадает ли детально внутренности этого храма, ну, настоящего храма, с моделью? Потому что если не совпадает, ну, если совпадает, то значит Альбит у нас врет. Ох, ёлки-палки, это что-то с символами связано. Типа по символам надо проходить. Первый какой-то непонятный. На что похож он? А тут не такие символы, по-моему, не? Первый символ очень похож на... Ну, явно не на то, на чем я сейчас стою. Ну, это везде крестики какие-то. Пройти-то можно? А, я так и знал! А что за порядок тогда? Или типа... То есть я могу пройти сюда. Сюда могу? А, видимо, вот эти знаки, это знаки, по которым я могу ходить. Да. Есть знаки, на которые нельзя наступать, короче. То есть вот, например, если я сейчас стану сюда, вот сюда можно, вот сюда нельзя. Надо просто найти путь, по которому я смогу пройти. Здесь можно, вот здесь можно. Здесь можно. Еще вот здесь можно. Крестики. Крестики мне нравятся. Вот сюда можно пройти. Дальше проблем. Вот сюда можно пройти. Но, да? Наверное, я здесь останусь. Нет. Сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. На вот это, по-моему, уже нельзя вставать. А вот на вот эту? Тоже нельзя. Возвращаемся, короче. Так, вот так. Может, вот где-то свернуть можно, нет? Мне кажется, где-то здесь это надо свернуть просто. Вот сюда, например, можно встать. А дальше тупик, наверное. Нет, можно еще вот сюда. На рыбу, по-моему, можно тоже вставать, ага.
Потом еще тут вон рыба есть. Закорючки это нету? Закорючки этой нету. Здесь? А почему? А почему? Там же... Там хороший крест был. Ладно. Че, на крест же... А, нет такого креста. Окей. Ошибочка. Сюда можно. А, но стоп. Тогда у меня получается... Тогда я тут останавливаюсь, потому что у меня... Тут некуда идти тогда. Забейте, короче. Тихо вот. Вот главное, чтобы он когда разворачивался, не наступил на символ, на который нельзя наступать. Он может. Он очень тупо поворачивает. Блин, я забыл. Я думал, это похожий символ. Но, блин, я очень близок на самом деле. Очень близок. Вот налево можно. Вот сюда можно? Вот сюда можно. Давайте сюда сходим. Неинтересно. А, тут какие-то обломки просто, да? Ничего интересного. Ну да. Окей, ну можно еще дальше пройти. Вроде вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Блин, ну вот я про это, кстати, говорил. Когда он будет разворачиваться и наступит на эту херь. Вот я говорил про это. Это именно оно. Да как пройти-то туда, я не понимаю. Блин, вот я... Я не вижу перед собой просто эти символы вообще. Ну что, я какой-то один символ пускаю, по которому я смогу пройти. Чего у меня тут еще есть? У меня еще какой-то вот непонятный полузверь какой-то. Он там предпоследний. Но я, по-моему, такого даже не видел здесь. За бред. Сюда еще можно. Какой другой путь? Другой путь только вот сюда, вот сюда, вот сюда. Зачем-то можно пройти вот сюда. First person врубил вообще, кстати. Тут first person есть, чё, почему я об этом не знаю? Тихо, вот. Вот тут прямо можно ходить. Но вот если сейчас он сюда нас убьет, то все. Да. Там нет пути же. Я сейчас посмотрю, кстати говоря. Мне вот интересен один момент. Там вот справа-то можно вообще? Вот там какой символ? Там нет же... Тогда надо проходить направо, короче, я понял. Туда просто нельзя пройти, короче. Любой символ в любом случае закончится для меня смертью. Потому что туда я не пройду. Но, блин, сюда-то я тоже не пройду. А, вот сюда можно. И вот сюда можно. Ну, вот, конечно. И вот сюда, и вот прям до конца, до входа. Отлично просто. Вот это я затупил, конечно, ну ладно. А, ну и чё мне это дало, да? Ну хорошо, может быть тогда всё-таки я слепой и чё-то не понимаю? Сюда нельзя, сюда вот можно. Сюда можно. Сюда уже нельзя. Допустим, можно вот сюда. Сюда. Такого символа у меня нету. Какая дебильная, на самом деле, головоломка. Там же, видите, вот. Единственное, на которое я могу выйти, это...
А, лол, я, короче, очень слепой человек, потому что я не видел вот это вот. Да! Господи, как это было тупо. Я просто некоторые символы, короче, забываешь просто уже и все. И уже не думаешь, не хает куда ведет. К облому какому-нибудь, ну типа того, да. Да, конечно.